На ММЗ после планового ремонта запустили печь. В этом месяце на предприятии планируют увеличить объем до 500 плавок. Помимо печи, в ближайшее время плановые ремонтные работы пройдут и в сортопрокатном цехе. Продолжит тему наш корреспондент. Вот так. Настоящим фейерверком сердце завода снова забилось после планового ремонта. С 21 мая, согласно графику, в электросталеплавительном цехе были проведены ремонтные работы. Запуск печи прошел в штатном режиме. Был выполнен ремонт металлоконструкции печи, были выполнены работы энергооборудования, электрооборудования. Весь комплекс охватили, и не только сталеплавильную печь, и печь-ковш, и разливку. И крановое оборудование очень большое внимание уделили. В июне месяце на Молдавском металлургическом заводе произвели 5 500 тонн проката. При этом цех останавливался на замену масла. После запуска печи на предприятии планируют постепенно увеличить объемы производства. Сталь сегодня запустилась. Запустились уверенно. Я думаю, что закончив вот использование огнеупоров, еще 70-80 плавок мы сделаем, чтобы они не ложились минусом на себестоимость. В последующем накопим еще лом и на новой печи уже уверенно пойдем на объем выплавки порядка 500 плавок по состоянию печи. Что касается прошлого месяца, на предприятии отмечают хорошие показатели в сложившихся условиях. Так, в мае было произведено около 37 тысяч тонн стали и 28 тысяч тонн проката. Отгрузка готовой продукции составила порядка 24 тысяч тонн. Это при том, что деловая репутация завода, по словам его руководителя, пострадала от высказывания некоторых депутатов и распространенной в частных СМИ информации. При всем при том, что наши контрагенты, партнеры чувствовали себя некомфортно от той информации, которая была брошена в СМИ. Но на сегодняшний день потихонечку все налаживается, все отношения. Значит, «Металлферроз» доверительно везет лом в адрес Молдавского металлургического завода. Поставщики огнеупоров произвели поставки еще комплекта огнеупоров для последующей работы на ДСП. Помимо печи, плановые ремонтные работы в ближайшее время пройдут и в сортопрокатном цехе. Анастасия Чернетинская, Татьяна Семенюк, Алексей Минченко, Первый Приднестровский.